этот страшный бунт. Как Радзинский, да? Или как Виталий Яковлевич Вульф, что... И потом поехал в Неаполь. Вокруг было очень много уродов. А я думал, вот Ромка Виктюк сидел бы он в это кафе, он бы тут же эту любую вот этого кушлёпку... Что ты, сын, напади сюда, да, не зная языка, все, потрогал бы всю эту гадость обязательно. И не только, что что-то ему сексуальное хотелось, а режиссерский, актерский, он бы это все перетрогал бы. Лена Образцова, Лена Васильевна тоже, то, что мне вот это, она все равно колорит бы, она бы с удовольствием посмотрела колорит и сказала бы, ну, женщина, ну что ты, ну что, люди такие, все люди разные, все люди-люди, ну что ты, она вообще бы, ну и что, все равно человек. Вот Лена Образцова сказала бы так, что это, ну, конечно, чудачок, ну не смотри, если ты не хочешь, не смотри, я посмотрю. Вот так вот сказала бы Лена.